Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Да. Он горячего. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Да. Нет. Мне уже предлагали несколько раз. Серьезно? Да, в играх. Вы пока первая группа, которая прям разбила сердца всех турецких мужчин, сразу ответили отрицательно. Ехать одной девушке туда достаточно опасно. Опасно не вернуться и выйти замуж за турка. Merhabalar, benim adım Ksenia Maykova. Rusya'da yaşayan ama Türkçe konuşan bir Rusum. Yabancı olsaydınız, Türk'le evlenir miydiniz? Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Да. Особенно из-за новых сериалов. Ага. Какого-нибудь горячего. Очень галантный, галантный мужчина. Вот постоянно проходишь, и сразу замечают, главное, сразу познают, что ты русский, русская. И сразу общаться. Особый уровень внимания. Да, да. Да. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Да. А вы? Скорее да, чем нет, но я бы еще подумала. Ага, какое отличное начало. А как же вы так сразу ответили положительно? Мы любим турецкий сериал. Да. У меня просто была как-то один раз любовь турок. Ничего себе. Это не самый плохой вариант просто. Турки, они очень симпатичные. А хуже? Да. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Да. Да. Я же говорила, что будет легко. Если человек хороший, то, конечно. Да, неважно, кто он. Ага, то есть национальность значения не имеет, правильно? Конечно, главное то, какой человек сам. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Ну, скорее всего, нет. Нет. У них просто вот этот образ Наташа русская. Да. Я думаю, что они не уважают, что ли, есть какое-то неуважение. Готовы ли вы выйти замуж за турка? Нет. Правда? Блин, мы, наверное, если прям любовь. Нет, вы, если нет, не бойтесь говорить нет, потому что я подошла к девушкам, они все втроем сказали нет и разбили просто сердце всем турецким мужчинам. А некоторые прям уже берут билеты и летят. Но я считаю, что если у данного мужчины нет каких-то стереотипов, вот этих, вы знаете, там, турецких, то если это любовь, то почему нет? Готовы ли вы выйти замуж за турка? Нет. Мне уже предлагали несколько раз. Серьезно? Да, в играх. Сами турки? Или да, сами турки. Я думаю, девочки сразу будут согласны. Нет. А почему нет? Да. Ну, я почему бы... Ну, смотря какой человек. Ну, да. Ну, то есть это же не зависит от, ну, от нации какой-то. То есть, ну, почему нет, да. Угу. Тем более турки симпатичные парни. Отлично. Прессую. А вы почему нет? А я уже замужем. Такая возможность родить в другой стране, и у ребенка будет два гражданства. И ребенок может быть билингвы? Да. Отлично. Сложный вопрос. Главное, чтобы человек был хороший. Я чудесная, я учусь на филологическом факультете иностранные языки, так что все возможно. А какой университет? СПГУ. Я тоже там училась на восточном факультете. Так что можно сказать, что да, соседи. На самом деле, да, мне кажется, национальность не так важна. Главное, чтобы вы сошлись характерами. Были ли вы когда-нибудь в Турции? Нет. Нет, по-моему, нет. Хотели бы там побывать? Да, почему и... бы и нет? Да, я, наверное, хотела бы. Мне очень нравятся вот эти все восточные особенности. Вот мне очень нравятся восточные узоры, их вот эта вот культура именно. Вот. Мне, наверное, было бы интересно.